Некоторые родители думают, что дети могут спать где угодно. Однако эволюция показала, что нормальные дети должны спать в кроватках дрема. Потому что кроватки дрема умеют расти вместе с ребенком и делают это 10 лет. За это время с ними происходит 7 трансформаций. Но вы не переживайте, с ребенком их происходит гораздо больше. Потому что ребенок сделан из вас, а кроватки из экологически чистого бука.